Привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу о реакции Вагнера. Это реакция, которая используется для анализа обнаружения двойной углеродной связи. Мы действуем разбавленным раствором перманганата калия в нейтральной или слабощелочной среде на алкены. При этом они окисляются и образуются гликоли, и выпадает в осадок марганец О2. Он дает такой буро-коричневый осадок. Данная реакция она была открыта Вагнером, это русский химик, в 1888 году. И широко используется для анализа определения двойной связи. Почему я именно вывела это в отдельное видео, поскольку это именная реакция, и вы знаете, в органической химии много именных реакций, а также это определение двойной связи, определение алкенов, качественная реакция на алкены. И вам нужно запомнить, в тестах часто бывают вопросы, что подействовали перманганатом калия, слабощелочным раствором или нейтральным, и выпал бурый осадок. Это значит, у нас определяли двойную связь, то есть действовали на алкены. Это часто бывает в тестах. Если вам это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо.